Так, сегодня у нас на насосной станции вышла из строя автоматика. Вот такая от Эспа. Будем менять ее на блок автоматики от Gilex. Ну вот, собственно, что у нас вышло из строя. Видим обгоревшие контакты. Такое происходит из-за скачков напряжения в сети. Сейчас поставим новый блок от Gilex. Разницы по их работе практически нет. Работают они одинаково по протоку. Только цена у них в два раза отличается. Gilex в два раза дешевле блока автоматики от Эспа. Перед запуском проверяем розеточку. Даем рекомендации электрику. Насосик запустили. Давление набирает. Сейчас ждем, пока отключится. Все отлично, насос отключился. И не забываем наклеечку, как всегда, наш знак качества, чтобы с нами связаться в любой момент.